На песчаном берегу Кореневского карьера прошел чемпионат по пляжному волейболу городского округа Люберцы. За победу боролись 50 команд из различных уголков России. С организаторами и участниками турнира встретилась Луиза Егезарян. Погода не совсем пляжная, но на песчаном берегу Кореневского карьера многолюдно. Только вместо крема для загара в руках у каждого волейбольный мяч. Пляжный волейбол значительно отличается от обычного. Вместо 6 игроков в команде здесь их двое. В этом виде спорта важна не только хорошая физическая подготовка, но и умение обхитрить соперника. Даниил Шапкин видит в этом только плюсы. Занимаясь пляжным волейболом с детства, он выработал собственную стратегию игры. В каждом виде спорта свои нюансы. Вот, кому какой больше нравится. Мне легче пляжный волейбол, так как мои физические данные не особо позволяют равняться с двухметровыми здоровыми ребятами, которым могут сильно подпрыгнуть, ударить. Я беру больше за счет хитрости, скорости, за счет юркости. Свое мастерство спортсмен неоднократно доказывал на крупных чемпионатах, в том числе и международных. В этом году из-за пандемии отменились многие турниры, где Даниил должен был принимать участие. Первые соревнования после снятия ограничений прошли в городском округе Люберцы. Я хотел бы сегодня вам, ребята, пожелать здоровья, благополучия. Принято говорить, крепкого иммунитета, чтобы вирус со стороной обходили. Поэтому занимайтесь собой, спортом. Чемпионат по пляжному волейболу собрал на берегу Кореневского карьера более 100 спортсменов из 6 регионов. Команды распределили по 3 номинациям – мужская, женская и микс. В каждой категории предусмотрено 3 призовых места. Еще различные конкурсы с призами там, по навыкам волейбольным, которые у нас есть. Там высота прыжка, сила удара, меткость. На этой площадке мы впервые собираемся вместе с администрацией городского округа Люберцы, со спорткомитетом. Непосредственно первый такой крупный турнир, вот, где мы совместными усилиями пытаемся показать высокий уровень организации. Федерация люберецкого волейбола только набирает обороты, но на сегодняшний день уже более 500 жителей округа занимаются этим видом спорта. На базе 5 школ открыты секции. В прошлом году на чемпионате Московской области по пляжному волейболу детским командам из Люберец удалось занять 2-е и 3-е места. Луиза Егезарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.